В спортивном зале учебно-воспитательного комплекса школы-гимназии номер 62 прошел открытый чемпионат города Бишкек по всемирному таэквондо «Бишкек Open 2021». Организаторами чемпионата выступили Управление физической культуры и спорта мэрии города Бишкек и Академия таэквондо Кыргызской республики. В турнире приняли участие спортсмены из Бишкека, Канта и Токмока, а также представители южного региона страны. Чемпионат проходил среди детей и юношей, кадетов, юниоров и взрослых спортсменов. Всего разыгрывалось 30 комплектов медалей. Президент Академии таэквондо Кыргызской республики Убайдулла Тактурбаев выразил огромную благодарность за проведенный турнир городскому спорткомитету при мэрии столицы и вручил почетную грамоту за поддержку и развитие олимпийского таэквондо в Кыргызской республике. Ну а в результате проведенных соревнований победителями открытого чемпионата города Бишкек в своих возрастных и весовых категориях стали Данияр Абдрахманов, Артурбек Барамбаев, Айдан Курбанов, Тимирлан Айтуваров, Арлан Бейшеев, Карина Дерявка, Асылбек Мамажанов, Арсений Диденко, Атабек Аптанов, Раиль Кутанов, Даниэль Атабеков, Сахиба Софиева, Азалия Тахтурбаева, Никита Яворский, Азерет Бакытов, Билал Исаев, Амир Муратолиев, Николай Петухов, Эмир Даалатов, Ангелина Магомедова, Акасия Форсберг, Доминика Чернецкая, Эвелина Епифанова, Айтур Букараев, Бекнияс Рысалиев, Жолдош Талагонов, Кристина Дементьева, Дастан Таиров, Руслан Касаоглы и Иман Кинжибаев. Ну а воспитанники Академии таэквондо Кыргызстана на открытом чемпионате города Бишкек по всемирному таэквондо завоевали 19 медалей высшей пробы из 30.